Дорогие братья и сестры, друзья, церковь Чуан, приглашаю вас в воскресенье на два служения исцеления, где мы будем молиться за исцеление, и я верю, что Бог сотворит множество чудес, как это было во всяком месте, где мы проповедовали Евангелие. Бог всегда подтверждал чудесами и знамениями, поэтому приходите в воскресенье 18 октября на эти богослужения и встретимся там.